Ученые дают хорошие прогнозы. Гейзер Малый на Камчатке пытается возродиться. На днях специалисты Кронотского заповедника впервые в этом году посетили долину гейзеров и проверили состояние Малого. Гейзер Малый был один из мощных гейзеров до оползня катастрофического 2007 года. И его залило, засыпало камнями. Сейчас он пытается возродиться. И мы отбираем газ из этого гейзера, чтобы понять, какой газ его сейчас подпитывает. Если мы найдем там углекислый газ, значит, это будет хороший очень прогноз для его дальнейшей жизни. Добавим, гейзер – это кипящий источник, который с определенной периодичностью извергает кипяток и пар под давлением.